Вот я сейчас нахожусь внутри этого здания, которое я показывала снаружи. Я на втором этаже. Вот так выглядит это аркейд. То есть место для игральных автоматов. Вот я сейчас направила камеру на кассу, там покупают билеты, жетоны вернее. Там покупают жетоны такие вот железные, как монеты. Вот так вот все это выглядит. Шум, гам, музыка. Ужасно любят все это дело. Вот это место, конечно, всегда забито людьми. Ну, свободное от работы время, когда родители могут привезти сюда своих детей. Или же подростки сами сюда приезжают. Подростки, молодые, ребятки, девчушки. Вот такое веселое место. Я не сказала, как раз я вот показывала код для лыжи, но не сказала, что это. Вот это вот арка, там код для лазерка. Многие знают, что это такое, там темно. Вот такие вот у каждого автоматы, и они свет такой интересный, в общем, они друг друга светом расстреливают. А вот это место, это второй этаж, место для боулинга. Ребенок пришел поиграть. И вот эти телевизоры показывают результаты. Здесь иногда справляют дни рождения детей, поэтому студия стоит. Когда заказывают помещение, вернее, час помещения для празднования дня рождения, эти столы сносятся вниз, вот там есть такой угол специальный для этого. И там празднуют день рождения ребенка. Очень популярно здесь. Ну и детям, конечно, такая радость. Ну ладно, мне кажется, все здесь показала. Пока!